Всем привет еще раз. Сниму видео вот по такому инструменте. Это набор различных коронок. Им я пользуюсь. По гипсокартону пользуюсь, по дереву иногда пользуюсь, бывает. Вот. Сверло здесь уже не родное. Родного сверла нету. Я вот на третий раз, что ли, сжег. Просто сжег, реально сжег. Сыренькое сверлышко было. Я его не сломал, ничего, я его сжег. Вот. Каким образом вообще вот вся эта конструкция работает? То есть, да, вот это все разбирается, это снимается, устанавливается коронка необходимого диаметра, и на место все ставится и собирается. Ну, таким здесь есть. Впрочем, весь этот набор когда-то покупался ради 67-миллиметровой вот этой вот короночки. Ради нее все остальное было куплено. А в те времена это было уже давненько. Это сейчас их по отдельности запросто можно купить. Тогда по отдельности их было купить нельзя. Они шли только вот, находились в наборах. Я когда брал, думал, ненадолго себе беру. Но, как выяснилось, взял надолго. Пользуюсь уже давно. Ну и так, немножко для удовольствия. То есть, есть вот такой наборчик у меня сверил. Некоторые сверла уже здесь заменены не родные из этого набора, что-то еще до сих пор родное стоит. Вот этим набором как раз в основном пользуюсь на работе. Удобно, стандартный инструментальный шаг. Производителя не помню. Ну и такой вот набор. Здесь уже всякие сверла. Это один товарищ подарил. Хорошее сверлышко. Очень удобно иногда работать. Я его не покупал, мне именно его подарили. Ну и здесь различные сверла. Лежат они вот так вот вперемешку. Сюда я заложу редко, потому что здесь сверло. То есть не из стандартного инструментального шага, а такие типа вот 4,6. Хотя, наверное, будет вряд ли видно, но все-таки. Такого типа. Дома лежит еще маленький набор сверл. Там инструментальный шаг стандартный, но там до 7,5 миллиметров. Вот как-то так. Всем пока.